начинаем разбор. Итак, показываю правую руку куплет. Покажу одним пальцем. Ми, до, си, ля, соль. Ми, соль, ля, 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 си. Ми, до, си, ля, соль. Ми, соль, ля, ля, ля. Далее повторяется. Вторым разом, а последняя нота идет нотка си. Далее идет припев. Но мы сначала давайте посмотрим левую руку. Какие у нас басы, аккорды в левой руке. Сначала идет ля минор. На бас мы играем ми, до. А на аккорд си, ля. Далее идет соль мажор в левой руке. На бас мы играем нотку соль. На аккорд ми соль. Далее обратно мы поднимаемся на ля минор. На бас мы играем нотку ля. И на аккорд нотку ля. Далее. Ля си. Получается, на бас мы играем ля и си. Аккорд нажимаем с опозданием. Далее повторяется. За вторым разом нотку ля мы тянем. Нотку ля тянем бас-аккорд. Далее также повторяется. Здесь можно взять фа-мажор. Далее ля-минор. Ми-минор. На бас мы берем соль. На аккорд ми-соль. Далее нотка в левой руке ля минор. На бас мы берем нотку ля. И на аккорд нотку ля. Далее идет в левой руке соль мажор. В правой руке тянем нотку си. Смотрим далее припев. Покажу одним пальцем и озвучиваю ноты. До, до, ре, ми, 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 соль, ля, ля, соль, ре, ми, ми, ми. Смотрим далее. Покажу одним пальцем и озвучиваю ноты. Ре, ми, ре, до, ре, ми, 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 соль, си, ре, соль, ми, соль, ля, ля, ля. Покажу левую руку. В левой руке сначала ля минор. На бас нотку до играем и на аккорд. Далее соль мажор. На бас мы играем ре. На аккорд до ре. Далее мы спускаемся на до мажор. На бас мы играем ми. На аккорд ми. Далее на бас играем ми соль. И
познанием аккорд берем. Далее нажимаем фа мажор. На ля бас играем и на аккорд. Потом мы поднимаемся через кнопку вверх на соль мажор. В общем, смотрите, нотку соль мы держим в правой руке, а в левой руке играем бас-аккорд. И после того, как мы нажали аккорд, в правой руке нажимаем нотку ре. Далее до мажор. На бас мы играем и на аккорд. Далее, смотрите. В левой руке мы поднимаемся на дополнительный ряд. Это у нас какая нота? Это получается до диез. До диез, да? Напротив получается... Напротив ля идет дополнительный ряд, а септаккорд идем, то есть берем от ля септаккорд. Это у нас нотка ми в правой руке тянется. Бас-аккорд. Далее идет ре минор. Нотку ре мы тянем в правой руке, а в левой руке играем бас-аккорд. И после того, как мы взяли аккорд, с опозданием берем нотку ми в правой руке. Далее в левой руке спускаемся на соль мажор. Соль септаккорд, точнее будет. На бас берем нотку ре. На септаккорд до ре. Далее в левой руке мы спускаемся на до мажор. На ми берем бас, на второй ми аккорд, далее на третий ми берем бас, а вот на аккорд берем ре ми соль. Далее в левой руке идем, то есть мы поднимаемся на ми минор. Нотку си мы тянем в правой руке, а в левой руке берем бас аккорд. И с опозданием берем нотку ре. В правой руке. Далее в правой руке соль. На бас берем соль. На аккорд ми соль. Далее в левой руке мы спускаемся на ля минор. На ля берем бас. На второй ля аккорд. Далее спускаемся на соль септаккорд. А си в правой руке тянем. Далее. У нас идет припев. Также повторяется припев. Просто мы в левой руке нотку ля тянем, а в левой руке бас-аккорд от ля минор. Вот. Ну, что касается украшений, аккорд, давайте тоже вам расскажу, что можно применить. Здесь можно взять аккорд ля минорный, ля, ми, до. Здесь можно трель, соль, ля. Здесь в припеве можно взять аккорд до мажорный, до соль ми. Здесь аккорд можно ре, си, соль, соль мажорный. Здесь тоже до мажорный аккорд. Соль, до, ми.
здесь у нас фа-мажорный аккорд. Ля, фа, до. Соль-мажорный аккорд. Соль, ре, си. До-мажорный аккорд. Соль-до-ми. Здесь у нас получается... Какой аккорд? Ля, соль, до-диез-ми. Здесь ре-минорный аккорд. Ре, ля, фа. Здесь можно оборот такой взять, да, оборот. До, ре, ми, фа, ми. И завершение тоже аккорд взять можно. Ля, ми, до.